Мы начинаем митинг. То по пятеркам сзади начали загонять в море и расстреливать губернатора Калининградской области Богданова Александра Сергеевича. Пожалуйста. Вы приняли решение участвовать в этом марше, в этом митинге. Я думаю, что здесь уже был рассказ. Память от семьи, которая рассказывает о том, что было во время войны. Память этих женщин и своих близких, своих родных, которые погибли во время Холокоста. Я хочу сейчас народу наши мысли. Это и стремление к жизни. То, что сегодня привело внимание до России. И в Польше, и в Майске, конечно, звезда Давида, символизирующая собой как бы...